Вот, господин полковник, сводки за последние дни. Несколько налетов на дворянские дома, поджоги. Ну, по нынешнему времени считайте передышка. Слава богу. Да, и вот еще вам телеграмма. Что? В Кишинев прибыл некто Вайнер, активный участник Харьковской организации социалистов-революционеров. О, этого нам еще не хватало. Да. А ведь я когда-то хорошо знал этого Вайнера. Вот как? Знаете, для жандарма у вас какой-то странный подбор старых знакомых. Сначала Котовский, теперь этот Вайнер. Да. Поколение смутного времени, господин полковник. Я смотрю, вы философ. Ну вот жизнь. Черт знает что. То полицмейстер убьет, то начальник какого. Гриш. Да. Смотри, вон ребята сидят. Молодые такие. Ребята сидят, молодые такие. Да ладно, мы тоже с тобой не шибко старые. Девчонка-то всего, года на три моложе тебя. Да я не о том. Небось сидят, во мне деньги считают. Хватит им на кофе или нет? Ну, ничего, если потребуется. Добавим. Так это если возьму? Ах, ты думаешь, что они гордые? Ну, бедные гордыми не бывают. Забыл, какими мы были. Ну, какими? Какими? Ну, ладно. Пойду проверю, какие они гордые. Добрый вечер, господа. Извините бога ради, что беспокою. А могу я вас чем-нибудь угостить? Ну, шампанское, фрукты, может быть, пирожные, конфеты. Вы не стесняйтесь. Спасибо, нам ничего не надо. Не, вы не стесняйтесь. Все, что угодно, пожалуйста. Вы не стесняйтесь. Спасибо, не надо. Губернатор, вы не Добрый день, барышня. Здравствуйте. Чего вас принесло? Дела у нас с вашим кавалером, барышня. Мы только что с Антониной в кафе видели, как жандармы двух политических делали. Хотели губернатора взорвать. Повесят теперь голубей. Вот она, политика. Да. Молодые совсем. Ну, повесить и нас могут. Угу. Другой вопрос, за что? За что, за что? За шею. Да. Дурак. Ну? Они хоть за идею, а мы там. Да вообще, что с вами разговаривать? Обрыгло все. И я тоже. Кто о чем? Гриш, ты такой умный, такой красивый. Ты меня хоть немножко любишь? Чего надо? Пойдем куда-нибудь. Я в театр хочу, чтобы платье нарядное. Пойдем в театр. Что-то я давно в библиотеке не был. Пойдем. Угу. Хорошо у тебя нынче, барышня, Григорий Иванович. Барышня Васильев, в номерах остались. Антонина у нас сегодня дама. Деревня. Что есть, то есть. Мы гимназиев не кончали.
Господи, какая красота. Гриша, в буфет пойдем. Ты что, сюда есть приехала? И так опаздываем, уже действие началось. Проходи. Когда б меня ты не застал врасплох и не послушал бы моих признаний, прости ж меня, прошу, и не считай за легкомыслие порыв мой страстный, который ночи мрак тебе открыл. Клянусь луной, что точно серебром осыпала верха деревьев этих. О, не клянись луной непостоянной, луной свой вид меняющий так часто, чтоб и твоя любовь не изменилась. Чем же поклясться мне? Вовсе не клянись, или, если хочешь, поклянись собою, самим собою, души моей кумира, я поверю. Нет, не клянись, хоть радость ты моя, но сговор наш ночной мне не на радость. Клянусь тебе, священной луной, что серебрит цветущие деревья. Он слишком скор, внезапен, не обдуман, как молния, что исчезает раньше, чем, скажем, мы. Вот молния. О, милый, прощай, прощай. Минуты расставания исполнены столь сладкого страдания, что я тебе до самого утра готова выжелать спокойной ночи. Должна сердиться на вас. Все-таки я хочу вам Котовского, которого мы знали. Забудь его. А есть мерзавец и бандит, который грабит людей. Он тебя и меня отправил. Пусть сладкий сон глаза твои закроют. В груди твоей пусть воцарится мир. О, если б я был этим сном и миром! Теперь пойду к духовному отцу. Ему свое я счастье открою и попрошу о помощи его. Зараза, Иваськи нет. Тань, ну куда ты? Ну и черт с тобой. Извозчик!
с вами хотят поговорить. Мы не с полицией, не бойтесь. Да я и не боюсь. Поехали. Кто? Акушерка Марфа Поликарповна здесь живет? Желудок. Какими судьбами? Гриша. Вам лишь познакомься. Товарищи Дорончан и Пушкарев. Мои товарищи, надеюсь, точно так же будут и твоими. Что вам близки идеалы нашей борьбы. Идеи справедливости, социализации земли, ну и многое другое. И нам будет весьма полезен ваш опыт, так сказать, практических действий. Но и вы должны понимать, революция поднимается, и это мы даем вам шанс стать в ее ряды. Спасибо, конечно, за доверие, но дело в том, что по убеждениям я скорее анархист, коммунист, чем эсэр. Анархист. Что это за идеология такая, Гриш? Против родного государства бороться, прости господи. То ли дело нормальная политическая организация. И хоть вообще уже по дорогам разбойничать, Гриш. Хватит. Тебе неужели нравится вот до сих пор, что тебя называют бандитом? А вот это ты прав. Разбойничье дело веселое, но не особо почетное. Только как бы нам с вами потом лбами не столкнуться? Вы ведь какое дело затеете, так ведь реки крови текут, а на мне крови нет. Об этом вы должны знать. Нет крови. И не будет. Вы поймите, Григорий, терроризм – это не цель. Это способ борьбы. Пока вы с нами, ни единой капли крови на вас не будет. Поехали. Куда? Откуда привез? Ну, пошла. Не надо было ему насчет крови обещать. Ничего, обвыкнется. Увидит, как мы действуем. Налет на кассиров банка – это ему нивелиров по квартирам щипать. Классовая борьба есть классовая борьба. Я очень надеюсь, что он это поймет. Не хватало еще, чтобы бандит учил нас этическим принципам борьбы. Вот именно. Ну и тогда он сочтет, что его обманули. Что вы уперлись, как бараны?
Я же вас, дураков, хочу в люди вывести. С этими людьми водиться, как в крапиву садиться. Пойми не мое слово, Гриша. Наплачемся еще. Хватит, Вася. Мне твоя народная мудрость уже вот здесь. Все, молчу. Не знаю, как кто, а я однажды уже погорел на балетике. Так. Дед шил костюм члену городской управы. Так пока примерка, я вот его часы из кармана и спер. У кого? У члена городской управы. Так меня били. Ай-яй-яй. Молчу. Как скажешь, так и будет. Ты атаман. Гриш, они людей убивают. Кстати. Ничего. Я им условия поставил. Ты атаман. Осталось 5 минут, Гриш. Где эти твои политические? Подведут жлобы? Не подведут. У меня же дисциплина. Да, и постарайтесь без пальбы. Мишка, это тебя касается. По-тихому, револьвер в морду, мешки с деньгами взяли и ходу. Ясно? Ясно, ясно. Хорошо, что ясно. Все-таки где твои эти новые приятели-то? А вот они. Как раз вовремя. Да не глазите вы так. Сейчас должны деньги привезти. Опаздываю. Передай своим товарищам, я этих ваших боевиков больше в глаза не видел. Да подожди ты, Гриш, я тебе все объясню. Что ты мне объяснишь? Как? Что нужно, я тебе сам скажу. Ну там же как вышло, не согласовали это, ну…
Хорошо, говори. Душегубство разве это обязательно? Революционная идея, какая бы она ни была. Людей-то зачем убивать? Ради чего? А вот тут ты ошибаешься, Берез. Да что ты? Это грабить можно без душегубства. А идея, идея, она, грешит, крови требует. Ну и нахрена мне такая идея? Тебе виднее. Ты же сам согласился, что вот так вот диким волком лежат. Без смысла и без идей. А политика она так, Гриш. Жизнь человеческая ничего не стоит. У кассира дети малые остались. А городовой, которому руку оторвало, страшно, совсем молодой ведь. Да я тебе о человечестве, о человечестве! А ты мне о людишках каких-то, кассирах да городовых. Глупо это, глупо и несерьезно, понял? Понял, понял. Ну вот что желают. Деньги экспроприировать я буду. Только делать я буду это со своими ребятами. А если еще раз кто из ваших с пистолетами да бомбами появится, как бог свят, ноги вырву. Я тебя предупредил, ты меня знаешь. Знаешь ведь? Да знаю, знаю, знаю. Ну вот и хорошо, что знаешь. Знаю. Со знакомыми она ведь как-то и работается легче и спокойнее. Да. И ведь не обманут. Если мы еще намучаемся. Пока он нам нужен, придется терпеть. Что у нас с планом покушения? Ну, вот план центра города. Это маршрут передвижения начальника жандармерии фон Левендаля и поручика Зильберга. Точно в половине первого. По ним можно часы проверять. Они каждый день вместе ездят обедать. Почему вместе? Поодиночке не получается? Ну, скучно им поодиночке. Так вот, ездят в пролетке. Угу. Мы их наблюдали на протяжении 2 недель. Маршрут не менялся. Охраны никакой. А я вот думаю, может быть, поставить 2 бомбистов? Тут. И тут. М? Я думаю, вместо бомбистов достаточно будет махальщик. Да. Бомбиста хватит одного. Что суету устраивать? В любом случае, нам это покушение еще отольется. Представляю восторг местного революционного сброда. Да. Тоже захотят убить какого-нибудь чиновника. Или жандарма. Еще лучше. Le jour est formidable. Добрый день. Действительно прекрасно. Вероятно, министр Плеве тоже так рассуждал, когда ехал последний раз на службу. По кусочкам собирали. У вас странное чувство юмора. Товарищ, оставьте.
осторожно. Крепче держи. А то уронишь ненароком, и взорвемся все к чертовой матери. Шагай передо мной. Слушайте, а давайте поклянемся. Вот прямо сейчас, что будем дружить всю жизнь. И что бы ни случилось, будем всегда друг другу помогать. И выручать, даже если сам можешь пропасть. Я клянусь. 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 Ну что стоишь? Сказал же, ступай. Деньги, силы, время. И когда, наконец, у нас все готово, появляется Котовский, и наш боевой товарищ идет за ним, как малое дитя за волшебной флейтой. Ужас. Вы понимаете, что вам грозит за неисполнение приказа партии? Благодарите Бога, что наши товарищи с места покушения ушли без потерь. В следующий раз... Оставим прожекты на будущее. У нас и без того на сегодня серьезная головная боль. Я вас предупреждал, я говорил вам, вспомните. Говорили, говорили. И что он сделает? Заявит в полицию? Да ерунда. Будет воевать с нами? Глупость. Он становится очень опасен. Нужно с ним встретиться и объясниться. Объясниться? После того, что было, я не пойду. Пойдете? Пойдете? Это ваш друг. Встретитесь с Котовским, приведете его сюда. И если он будет способен понять наши, так сказать, резоны, тем лучше для него. Да. А если нет, вам придется искупить свою вину перед партией. Ты понимаешь, они просят тебя прийти, чтобы объясниться. Или что, ты считаешь, нам нечего объясняться? Ну вот видишь, сам понимаешь, все правильно, чтобы ясность была. Гриш, у тебя свои методы борьбы, у нас свои. Ну что ты так смотришь? Вот. И чтобы нам как-то быть вместе, нам нужно договориться. Ведь жандармы и твои враги тоже. Наши общие враги. И кто знал, что там Зильберг окажется? Немец вечно не к месту. Скажи, а ты кого больше боишься? Их или меня? Хорошо, передай, я приду. Когда он появится, вы должны находиться в соседней комнате. Нож держите наготове. Может, на улице? На улице его могут ждать сообщники. Они станут искать, сразу сюда придут. Мы уйдем через черный ход. Кстати, квартиру пора менять.
Когда я скажу, надеюсь, мы расстанемся друзьями, вы начинаете действовать. Только я должен находиться здесь, когда он придет. Если я появлюсь из другой комнаты, у него нюх, как у зверя. Я не успею ничего сделать. Он нас перестреляет. С тобой пойти от греха? Еще чего не было. Меня охранять. Уж больно ты пугливый стал. Гнилого болота и черт боится. Ладно, черточка. Езжай-ка-то отсюда. А то глядят, небось, еще решат, что я их испугался. Тебя он сторожить оставил. Стыд глаза не ест. Вали, было сказано. Ладно, хозяин, барин, атаман, командир, но... Это позор для боевой организации, когда один из его членов действует без прямого приказа руководства. В отношении его будут приняты самые суровые меры наказания. Но вы должны понимать, индивидуальный террор – это средство, которым мы расчищаем путь к революции. И если откровенно, мы никогда не откажемся от этого средства. Если вы не готовы с этим мириться, выбор за вами. Если вы захотите уйти, я надеюсь, что мы расстанемся друзьями. Все такой же толстый. Говорят, у революционеров жизнь тяжелая. Я твое разыскное дело ты читал. Я не верил. Ты это, не ты. Я как видишь. Ты. А знаешь, иногда так глаза закрою. Если нас в детстве вижу. Симпатик, красавчик у зеркала. Гришка все время дерется с кем-нибудь. И ты ешь постоянно. Ты же все время что-нибудь ел. Сейчас тоже? Лопаешь? Нет нервов. Интересный вы народ политический, не соскучишься. Нет нервов, язва. А у тебя на щеки растут.
Щеки-то какие отъел. Небось, со спины видно. Когда тебе что-то как маленький. Ну что, дай посмотрю. Ну, дай посмотрю. Видно щеки со спины или нет, а? Вот они щеки-то. Ну, видно. Очень смешно. Да нет, смешного мало. Смешного вообще почти что ничего нет. Какие дела? Какие дела? Ну, такие. Что натворил, знаешь? Что тебе будет, это знаешь? Знаю и готов к этому. Когда каждый день о смерти думаешь, привыкаешь как-то. Не напугать уже. Да? Хотя, знаешь, наверное, напугать все-таки можно. Но об этом мы потом поговорим. А сейчас, Ванер, ты знаешь, мне кажется, что ты как-то недооцениваешь. Недооцениваешь мое положение. Ты же не можешь себе представить, что я могу так вот просто взять и тебя отпустить. Иди отсюда, не мешайся. Тихо, Гриша, не дергайся. В глаза попадет. Вайнера выручать надо. Что? Вот, не было печали. Хрена нам это нужно? Но. Гриш, я его, например, в глаза не видел. Правда, Гриш, кто он нам? Ты за него он чуть голову не потерял. Кто он мне? Друг он мне. Тоже еще в стрелах. Ее не спросили. Такого друга черти приберут, не заплачу. Согласен. Короче! Нам нужен человек. Свой человек в тюрьме. А, Гриш, у нас там все свои. О! Ну? Угу. А ты в охране? Так это деньги нужны. И немалые. Да. Ну, денег-то у нас хватит. Гриш, а нам это надо? Чем за мои же деньги в меня же стреляли, Гриша? Обратно согласен. Я друзей не бросаю. Да какое она нам дорого! Все! Завтра придете. Ты что на меня кидаешься? Ничего. Думаешь, мне этих мало? А ты туда же, заодно в ту же дуду. И что, мне теперь молчать? Вот и молчала бы. Тебе слова против не скажи. А зачем ж ты мне нужна, коли против будешь? Немец, скажи толком, что тебе нужно? Ты ж просто так не отпустишь. Взамен что-нибудь потребуешь. Не за дружбу же. Вот после того, как вы меня взорвать хотели, по дружбе не получится. Мне нужен Береза. Не понимаю. Мне нужен Гриша Котовский. Мне нужно, чтобы ты его сдал. И ты мне его сдашь.